Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники и зрители нашего канала. Сегодня я в нашей традиционной рубрике «Листая старые пластинки» я хочу представить вашему вниманию обнаруженный мной в моих залежах вот такой замечательный диск Вячеслава Добрынина «День за днем». Этот диск был подарен для нашего канала Еленой. Помните, наверное, была у нас большая такая затарка пластинками, проигрывателями. И вот этот диск, сохранившийся в ее, так сказать, собраниях сочинений музыки, я сегодня с большим удовольствием представляю на ваш суд, на ваш обзор. Ну, конечно, послушаем не все песни, а фрагментарненько, да. Я считаю, что, в принципе, это история нашей отечественной поп-музыки и заслуживает определенного внимания. Прежде всего, меня на этом диске привлекло вот такое, скажем так, оформление. Смотрите, здесь Вячеслав Добрынин в таком интересном имидже, в таком интересном амплуа. Я такого его не помню. Вот, он у меня всегда несколько иным представляется, с бородой уже, с гитарой. А здесь такой представитель богемы начала 80-х годов, со взглядом, устремленным вдаль, да. Диск выполнен, конверт диска выполнен из ламинированного плотного картона, и, в общем-то, оформление такое очень достаточно продуманное, своеобразное для своих лет, вот, вызывает определенное даже уважение. Вот несколько отретушированный портрет Добрынина на обратной стороне этого диска, как вы видите, тоже в таком же образе он перед нами предстает, молодого дарования. Итак, Day After Day, Вячеслав Добрынин, имеет, значит, следующие реквизиты. Цена диска 2 рубля 70 копеек. Указано вот здесь у нас в уголке. Артикул 89-3. 2,70. Кстати, недорого для эстрадных дисков. Они уже, хотя нет, они позже шли по 3 с копейками. Диск выпущен фирмой «Мелодия» в 1981 году, Союзная студия грамзаписи. А запись 80-го года. Апрелевским орденом Ленина заводом грампластинок. Типография АЗГ. Их же собственная типография. Вот, интересная аннотация. Дискотека. Сегодня это одно из самых часто употребляемых среди молодежи слов. Нет, наверное, такого города, да не только города, нет такого завода, фабрики, института, техникума, при которых не были бы организованы дискотеки. Про ПТУ почему-то ничего не сказано. Отсюда столь повышенный спрос на грампластинки с записью музыки и песен в современных ритмах. И хотя грампластинка «День за днем» не входит в серию изданий, специально выпускаемую фирмой «Мелодия для дискотек», надо же, оказывается, была такая серия, она отвечает всем требованиям, которые предъявляются к подобного рода изданиям. Песни, записанные на этой грампластинке, несомненно, будут звучать в танцевальных дискотечных программах. Творчество Вячеслава Добрынина уже давно получило широкое признание у любителей эстрадной музыки. Наибольшую популярность завоевали его песни «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Родная земля», «Кто тебе сказал», «Горько», «Напиши мне письмо», «Ни минуты покоя», «Белая черемуха», «Не обижайся на меня» и другие. Вам большой такой список перечислен. Они входят в репертуар ведущих советских певцов и ансамблей. Их поют зарубежные исполнители. Песни Добрынина звучали на многих международных и межсоюзных конкурсах и фестивалях эстрадные песни. Он является автором музыки к эстрадному спектаклю «Мелочи жизни» и кинофильму «Диск». Привлекательное творчество Добрынина прежде всего в молодости чувств, настроений, ритмов. И не только потому, что сам композитор молод, жизнерадостный, оптимистичный, его мировосприятие, которое ощущается даже в тех песнях, где поется о разлуках и печалях. Ведь молодость, как утверждает композитор, в первую очередь пора обретения, а не потерь. Песни, входящие в программу, яркое подтверждение этой мысли. 9 новых песен включил в грампластинку «День за днем» Вячеслав Добрынин. 9 лирических песен, радостных и грустных, веселых и печальных, написанных на стихи различных поэтов. Они, тем не менее, образуют одну смысловую линию, создающую впечатление своеобразного монолога о любви, где каждая последующая песня как бы является продолжением предыдущей. Несмотря на то, что многие песни Добрынина неоднократно издавались в грамзаписи, диск «День за днем» – первая, вот, большая авторская грампластинка композитора в буквальном смысле. Он участвовал во всех...
в буквальном смысле. День за днем на протяжении почти полугода вот композитор придирчиво отбирал для нее программу, участвовал во всех записях, добиваясь от исполнителей точного воспроизведения своих замыслов. В аранжировках песен широко использовал звучание современных электронных инструментов, синтезаторов, стринга, а также клавесина, 12-струнные гитары. Песни, звучащие на грампластинке, исполняют разные ансамбли и солисты, но все они тонко... характерные, а все они тонко характерные, да, так и написано. Для Добрынина. Броские, энергичные музыкальные фразы, иными словами, все то, что дает возможность слушателям, слушателям почти всегда безошибочно узнать в этих песнях автора Вячеслава Добрынина. Итак, на первой стороне следующей песни. «Если у тебя своя дорога, обманщица, только я не верю, день за днем, если ты уйдешь, скажи мне правду», это уже на второй стороне. «Белый снег, разве мы могли подумать, тебе нужен я». «Виа красные маки», смотри-ка. «Виа, здравствуй, песня», «Виа красные маки», «Виа самоцвет», «Виа поющие сердца», «Виа Леся песня». Вот чем еще интересная пластинка. Песни Добрынина здесь исполняют ведущие вокально-инструментальные ансамбли тех лет на этом замечательном диске. Ну что ж, я рад его обладать. И давайте мы с вами что-нибудь послушаем с этого замечательного диска. Вот он у нас даже в бумажном втором конвертике здесь. Начнем с первой стороны, послушаем выборочно. Так, ну для начала мы, конечно же, его почистим немножко от пыльки. Один из наших... А и наушников говорил мне, что диск нужно чистить по правилам от края, как пластинки, к ее центру, то есть к яблоку, да, вести щетку вот эту. Вот. Ну, знаете, я, потому что как бы по физике закона получается, что мы идем по дорожкам записи. Но я всегда чищу наоборот от яблока к ее краю, потому что собирающаяся на... центр щетки пыль в это время как бы выводится, как вы видите, за пределы диска, а не остается на яблоке. Вот, ну, это уже, как говорится, на вкус и цвет. Итак, давайте первая сторона, первая песня, не будем тянуть кота за хвост, тем более кот от нас уже куда-то ушел. Так, приятного прослушивания. Не попал. Попал. Если все промчалось, и тот день навек тобой и мной со мной. Что ж, когда ночами сердце все равно болит, болит, болит. Если все напрасно, и любовь давно успела отгореть. Если у тебя своя дорога, если у меня она своя, почему тоскует одиноко до сих пор ты и я? Если была шуткой мать полдень, если обманул нас свой ручья, почему же так подробно помню ту весну? Если ты нашли, то
солнцем, если на плоду на солнце я, почему же так подробно помню весну и ты, и я, если у тебя своя дорога, если у меня она своя, почему-то вспомни одинока до сих пор и ты, и я, если хочу «Красные маки, если у тебя своя дорога». Стихи Леонид Дербенёв. Послушаем «Поющие сердца», песня «Обманщица». Следующая на диске. Почему люблю тебя?
Почему люблю тебя? Почему люблю тебя? Почему люблю тебя? Вот такие песни были на первой стороне этого замечательного диска. Как сказал, слушаем фрагментарно. Предлагаю перейти ко второй стороне. Тоже надо почистить. Извините. Пыльки достаточное количество на данном LP. Long LP, все, наверное, знают, означает long play. Долгоиграющий диск. Да, за один раз даже все не уберешь. Что мы будем слушать со второй стороны? Я предлагаю, допустим, Виа Самоцветы. Белый снег. Леонид Дербенев. Это будет у нас вторая песня на диске. Сейчас мы попробуем на нее попасть. Так. Это освещение у нас и получше, чем у Витька Красного Восхода. Но микролит здесь, сами понимаете, непрецизионный. Немножко не попали. А вот теперь попали. Снег здесь не причем. Мы могли расстаться и весной, и летом, но это случилось зимой. И мне все время кажется, что виноват снег. И каждый раз, когда он идет, я вспоминаю белую улицу, тишину и твою уходи. И каждый раз я расстаюсь с тобой. Снова и снова. Опять зима, в этот вечер, как назло, вдруг нагрянула она. Снегу деревья и дома, всюду снег. И еще тишина. Белый снег, холодный белый снег, повсюду белый снег, и скоро он в душе моей растает. Белый снег, вдруг разрушил навек, и только он не мой. Белый снег,
следующая песня, которую мы послушаем, не переставляя пластинку. «Виа, здравствуй, песня. Разве мы могли подумать?» На стихи Михаила Плецковского. Поблагодарим эту замечательную пластинку Вячеслава Добрынина за то, что они помогли нам окунуться в великолепную, неповторимую атмосферу диско 80-х, начала 80-х годов. А я на этом прощаюсь с вами. Желаю всем, как всегда, всех благ, всего самого наилучшего. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей. До новых встреч, друзья!